Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. В Москве началось прощание с Георгием Данелией. Церемония прощания с легендарным режиссером проходит в Московском доме кино. Поклонники несут цветы в память о кинематографисте. Данелия подарил миру такие знаменитые фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», «Орел и решка», «Фортуна» и многие другие. Он ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Незадолго до начала церемонии перед Домом кино уже выстроилась большая очередь из желающих проститься с режиссером. В числе первых на церемонию пришли мультипликатор Юрий Нарштейн, режиссер Тигран Киасаян, актриса Евгения Симонова, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие. Страна поняла, кого потеряла. Георгий Николаевич был печальным человеком, как любой умный человек, который понимает жизнь, но при этом с прекрасным чувством юмора. Почитайте его книги, и вы поймете, какое счастье он оставил и там. Он здесь был тоже явлением русской словесности. Он владел языком необыкновенно. Он был грандиозной личностью, жил крупными чувствами, которыми и должен жить творческий человек. Позднее Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным. Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Детство будущего режиссера прошло в Москве. Он окончил Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956-м поступил на высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм» в мастерскую Михаила Колотозова. В 1960-м году на экраны вышла его дебютная картина «Сережа». Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Известность пришла к режиссеру в 1964-м после выхода на экраны лирической комедии «Я шагаю по Москве». Данелия являлся лауреатом государственных премий Российской Федерации, СССР и РСФСР, кавалером орденов за заслуги перед Отечеством 2 и 3 степеней, Трудового Красного Знамени, Знака Почета, Грузинского Ордена Чести. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.